Ну чё? Крузак 300-й. Да, ну здравствуй, инвестиции, легенда, как говорится. 14 лет ждали, да? Ну, молодцы, конечно, такие монументальные марки выпускаются Toyota и Lexus, в частности, большим сроком. Монумент натуральный. У каждой автомарки, я считаю, есть такая вот легенда своя там, да? У Mercedes там гелик, допустим. Так, ну что, кожа. Идет, кожа мне понравилась больше, чем обычно. Вот тут полумягкая, да, экранчик хороший. Это общее впечатление. Карты такие дверные. Во-первых, глухо-тихо. Это мы стоим, да, заведен мотор. Да, да, да. Так, V6 битурбо 415, да? 415. Ну, так, взяли мы вот такой Камри и очень ей довольны. Все, готов. Ух, как идет. Конечно, мягко. Сейчас я вот тут прямо ухожусь, так крутнусь. Платформе ТНГА. Какой он стал верткий. Ух, какой он стал верткий, ребята. Это ТНГА, как она называется? ТНГА плюс или как вот для больших у них идет, ну, да? Да, это, да, да, она получается, да, отличается, конечно, от тех, которые... Но ТНГА, да. Да, вот, да, да, да. Мы ТНГА платформу уже отметили, как бы, ну, сами для камеры, себя. Да, да. Да. Это, значит, я считаю, прорывное действие со стороны Toyota. Задний мост остался неразрезной, да. И я чувствую приемистость должна. Сейчас он в драйве просто, да? Да, обычный вот, драйв. Вот наш. Обычный драйв. Вот я говорю, если в обычном драйве машина едет, значит она будет ехать и в спорте плюс. Ух ты, зверина какая! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да это прям ракета. Как она разгоняется. На старт, внимание, марш. Вернее, он. Здравствуй, ужас. Все, сотня. Это будет мега-хит продаж, конечно. Поддали они динамики. Это Toyota только начала, только приступила, насколько я понял, в России у нас поставлять турбовые и битурбовые двигатели. Да, да, да. И проекция. Так, Максим, мы в какой комплектации едем сейчас? Максимально. Это получается юбилейная серия. Максималка юбилейная. 70 anniversary. Все подключается. Apple CarPlay теперь берет, ну, тебе? Apple CarPlay, Android Auto, конечно. Все сделали, есть, наконец. Да. А то у нас там до сих пор той Toyota. Bluetooth. Вот в роли вообще набирает, блин. Мотор приятнейший рык. Ах, Toyota, как ты нас долго заставляешь ждать, а потом радуешь нас, да. Новый титанический аппарат. Так, на старт, внимание, марш. Немножко дорога в горку. Все. Тормоза, да, и тормоза правильные. Тормоза отличные вообще, такого никогда не было. У нас, кстати, в Камри уже хорошие. Оп. Ого! Вот так вот. Вот это тормоза. Такая модель фундаментальная, она не может так быстро меняться, это понятно. То есть надежность, теперь комфорт, динамика. Динамика страшная вообще. Страшная динамика и управляемость слились в новом творении. Вся развесовка изменилась. Развесовка лучше стала. Ну, да, получается, двигатель его на себя и не вниз. Да и потом он легче, да, легче, наверное, стал. Да, 200 килограмм легче. Конечно. Стало, даже. То есть крылья здесь пластиковые. Это нет, я могу сказать, что эта машина, конечно... Наверное, мечты для многих россиян будет. Подвески, обратите внимание, вообще, тоже. Подвески что вообще. На пневме, когда да, было нет, до этого, что это, то есть здесь это вообще как бы отличие. Ну, пневма... А здесь не пневма? Нет, их сейчас же пневмы нету. А смысл? Они теперь, когда стали, да, нормальный амортизатор, да. Плюс да, с этой, с магнитной жидкостью, с этой, как она там называется, хитромагнитная жидкость, можно поддавать. Дырочку. Раз, я прям маневренность. Ну, это не крузерская маневренность, ребята. Ну, кстати, да. Нет, ничего она не теряет. Траекторию не теряет. Торможение великолепное. Я всегда, так сказать, вот я объехал эту дырку. Вот это да. Вообще хорошо. На нем что медленно, спокойно ехать. Извините, в кайф. Что мчаться на нем в кайф. Единственное, так сказать, вопрос угоняемости. Хотя
Toyota вот эти точки изобрела свои. Точки, но... плюс здесь идет запуск с отпечатком пальца. Да, Toyota, конечно, интересный бренд, он развивается, учитывает свои ошибки, в отличие от некоторых там, будем говорить, именитых, имеет свои, как говорится, свои, мужик, срочно, срочно, очередь, мужик. Мы крайние. Вот. Мужик аж голову вывернул. Мужик, он обладатель, думал, последнего, а он почти не последний. Он даже, может, о нем и не знал. Да нет, сейчас интернет везде и заменяет все. Вот. И реклама в интернете самая эффективная реклама. Вот этого ему не хватало. Вот этого ему не хватало. Вот такой динамики, честно. Динамика, управляемость. Не, ну это просто песня. Народная японская песня. Я его называю «Крузак сия Руси». Вот вам новая легенда, товарищи. Тут, наверное, еще шумоподавители стоят. Система и шума. И музыка, наверное, лексикон, да, здесь? Дюбель. Дюбель, там будет дальше. Ну, он тут кусок выстроился, они друг за другом стоят. И... камера будет. Сбавляй. Тормози.